Всем привет, это обзор номера отеля Керван-Сарай Лара 3243. Заходим в номер. Так, здесь зеркало. Вот такой шкаф. Сейф. Еще шкафы. Вот сам такой номер у нас. Паркет ламинат. Мини-бар, сок, кока-кола и минеральная вода. Шкаф один. Телевизор. Зеркало большое. Мы до этого были в номере 9134. Переехали в связи с тем, что у нас шумные соседи были, ребенок не мог спать. Вот переехали в такой номер, там была двойная кровать, здесь две одинарных. И такой же раздвижной диван. Мы их соединили вместе. Вот такой балкончик. Раньше были мы на 9 этаже и в сторону бассейнов вид. Здесь теперь вид у нас на Барут Лару. Вот основной корпус. Третий этаж. Вот такой вид из окна. Вот оборудование у нас балкона. Столик, два стула. Достаточно большой балкон. Можно посидеть. И, соответственно, вот номер со стороны балкона. Соответственно, есть центральный кондиционер у нас и туалет-ванна. Так, это у нас ванная вот такая. Зеркало. Встроенный биде. Сама ванна. Мыльные принадлежности, что у нас дается. Соответственно, фен, зеркало с увеличением.